посмотреть, он практически не шелохнулся в данной ситуации. Вот такой вышел матч на кураже от первой и до последней самой минуты. Да, мы смотрели, такое впечатление, на игру одной команды. Часто он забил так, что, ну, третий это забил, что ли? Я хочу сказать, что каждый гол Дидье Драгба, даже если он с метра забит из 35, он на полную time.
касании. Ну, немножко приврать не мешает. Я думаю, что у Хазики, которого тренера в 15 минут перерыва будет давать своим подопечным, сильно будут отличаться от тех, которые не готовили сдавать еще на тренера. Я думаю, сейчас команда отправится в раздевалку великолепно. Помог.